Следующая изинг пружинка, прыгающая пружинка. Рисуем кружочек с заполнением белым цветом. Перемещаем его, ну пускай опять ту же самую одну секунду. Сейчас я просто разверну шкалу времени. Бегунок, который здесь есть, движок, можно использовать для изменения масштаба. Сейчас поставил самый крупный масштаб. Здесь у нас 0,03 секунды. 33 кадра в секунду можно делать. 33 фазы задавать. За одну секунду у нас это колечко оказывается внизу. Раскрываем строчку с Translate. И делаем синусоидальный изинг in-out. У нас будет кружочек двигаться вниз. После одной секунды меняем конец действий. Reverse, то, что мы уже делали. И у нас получится многократное перемещение. При этом координата x меняется по синусоидальному закону. Скопируем. Линия времени у нас стала без меток. И теперь через каждые... Ну, давайте попробуем те самые 3 секунды, 0,03 секунды вставить. Да, сначала надо скопировать. Копируем, ставим на 0, копируем, копия. И теперь вставляем paste and place. Посмотрим, будет ли заметно. Да, заметно. Что пружинка у нас сжимается, стукнувшись о пол и стукнувшись о потолок. Или достигнув максимальной высоты.